Вода в Урале безопасна для населения. Об этом сообщают специалисты Департамента охраны общественного здоровья Атырауской области. В Атырау продолжаются исследовательские работы для изучения причин замора рыбы в реке Урал. 10 декабря в областном акимате состоялось заседание межведомственной комиссии. На данный момент зарегистрировано 110 штук погибших рыб. Остальная рыба находится в тяжелом состоянии. Как было озвучено специалистами Департамента охраны общественного здоровья, был проведен лабораторный анализ, который показал, что состав воды чистый и опасности для жизни населения нет. В пробах, отобранных с реки Урал, а также в питьевой воде, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано. Патогенной флоры не обнаружено. По бактериологическим показателям, по микробиологическим показателям вода соответствует санитарным требованиям. Практически на сегодня питьевая вода после водочных сооружений не представляет опасности для здоровья населения города. На заседании комиссии аким области Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений уполномоченным органам. Проблема должна быть решена в срочном порядке. Используйте все возможности, которые вы считаете необходимыми, чтобы определить точную причину гибели рыбы. Все силы уполномоченных органов должны быть брошены на предотвращение новых возможных фактов замора рыбы, сказал глава региона. Ваше бездействие или нерешительность будет рассчитываться как должностная халатность.